Иена дешевеет и уже отошла от своего 15-летнего максимума по отношению к доллару, которого достигла в среду. Это произошло после намека японских политиков на возможную интервенцию в виде продажи национальной валюты, чтобы сдержать ее укрепление. 25 августа токийский индекс Никей снизился до рекордной за 16 месяцев отметки, и японская национальная валюта опустилась до 83,58 иены за доллар. Однако впоследствии иена укрепилась по отношению к доллару и составила 84,42 иены за доллар. Министр финансов Японии пообещал проследить за тем, чтобы остановить укрепление иены. Его поддержал и генеральный секретарь правительства Японии. Я думаю, что чрезмерные действия негативно скажутся на экономике Японии и, возможно, на стабильности японских компаний. То есть нам надо быть предельно осторожными. Рост японского экспорта снижает темпы уже 5 месяцев подряд после падения международного спроса. Экономисты говорят, что укрепление иены еще больше снизит объемы экспорта. По данным инвестиционной компании Nomura Securities, укрепление иены даже на одну позицию по отношению к доллару снизит в этом финансовом году постоянный доход основных японских производителей на 0,9%. Впрочем, аналитики считают, что индивидуальная интервенция одной только Японии в сдерживании иены возымеет мало эффекта, поскольку наблюдается падение индексов на фондовых площадках Европы, вызванное снижением макроэкономических показателей США.